Дорогие мои, всем привет! Я на новом месте. Наш переезд наконец-то завершен. И я с огромной радостью приступаю к записи своих новых модных видео. Перед тем, как приступить к теме своего видео, я хотела бы задать вам вопрос относительно своего канала. Как вы считаете, стоит ли мне заводить второй канал, который будет посвящен полностью путешествиям, где я буду выкладывать свои влоги своих поездок? Или все же вас не смущает, что иногда я разбавляю свой модный канал такими вот видео небольшими из своих путешествий? Для меня действительно важно ваше мнение в этом вопросе, потому что, может быть, кто-то заходит на мой канал исключительно для того, чтобы посмотреть модные видео со стильными советами и уже такие более личные видео из поездок, кому-то совсем не интересно. В общем, внизу видео жду ваших комментариев и уже основываясь на них, буду принимать решения. Теперь относительно сегодняшней темы, это видео по вашим запросам, тема модной верхней одежды на новый осенне-зимний сезон. В сегодняшнем видео я постараюсь максимально четко, ясно, с примерами вот здесь и вот здесь раскрыть для вас эту тему, поэтому если она актуальна также для вас, то продолжайте смотреть. Итак, совершенно очевидно, что в этом осенне-зимнем сезоне наиболее популярный и модный вид верхней одежды – это пальто. Пальто во всех его проявлениях. В этом сезоне длина пальто может быть абсолютно любой, но единственное, если говорить о совсем таких новых трендах, потому что, конечно, в большинстве случаев мода не меняется очень резко и быстро, и большинство трендов приходит к нам плавненько из прошлогодних коллекций, но тем не менее длина макси – это что-то новенькое в этом сезоне, и пальто такой длины будет действительно очень актуально. Кстати, это относится не только к пальто, но и к меховым изделиям, к шубам. Единственное, что могу заметить, что длинная верхняя одежда все-таки больше идет высоким девушкам. Девушкам с невысоким ростом, конечно, стоит выбирать что-то покороче. Относительно расцветки сейчас особенно популярны пальто красного цвета. С другой стороны, если вы предпочитаете более сдержанные оттенки, то выбирайте коричневые, синие, зеленые или бежевые цвета. Помимо длинных женственных пальто, продолжают быть на пике популярности объемные модели в виде жакета. Можно выбрать себе классический черный, серый или кремовый оттенок такой модели, но наиболее модное пальто все же сейчас пальто в клетку. Особенно если это вариант с крупной клеткой любого модного оттенка этой осени. Пальто такого фасона, как будто оно было взято с мужского плеча. Вообще в этом сезоне выбор модной верхней одежды действительно велик, и выбрать себе что-то подходящее сможет каждый. В моде как объемные силуэты, объемные большие пальто или, как вы знаете, огромные пуховики, так и женственные модели с подчеркнутой талией. Я уже говорила о том, что сейчас в моде широкие ремни, которые отлично смотрятся на верхней как раз одежде, и женщинам, которые желают выделить талию, даже надевая верхнюю одежду, этот тренд действительно подойдет. Еще один из самых модных видов верхней одежды в этом году – это дубленка-авиатор, причем объемная дубленка-авиатор. Если раньше были в моде более такие приталенные и укороченные модели, то сейчас, опять же, дубленка выглядит как будто на пару размеров больше, чем нужно. Эта модель также сейчас представлена во всех масс-маркетах. Я также подобрала себе одну на ASOS, я оставлю, кстати, все ссылки, которые подберу в описании к видео. И цвет варьируется ее от черного до светло-кремового. Несмотря на такой немножко мужской и грубый вид, эту дубленку в новом году модно сочетать именно с женственными платьями, с легкими юбками и сапогами. В принципе, я советую присмотреться к этой модели, она смотрится очень стильно и в то же время является такой универсальной и очень комфортной одеждой. Еще один момент относительно дубленок. Сейчас в моду входят модели из 70-х, поэтому если у вас в шкафу завалялась старая дубленка или дубленка вашей мамы, то обязательно стоит ее примерить, и вполне возможно у вас в гардеробе уже есть вот такой новый тренд.
Конечно, не могу не отметить такой новый тренд, как плюшевые пальто. Он, наверное, подходит все-таки больше молодым девушкам, но сейчас такие пальто действительно очень популярны. Если вы заходили в масс-маркеты, то наверняка уже сталкивались с таким вариантом. Обычно это очень мягкие пальто, они могут быть достаточно ярких расцветок, и, в принципе, в повседневной жизни они могут смотреться действительно стильно, задорно и отлично сочетаться с любимыми джинсами. Ну и с плюшевым пальто бок о бок идет такой тренд, как шубы из искусственного меха. Причем искусственный мех может быть абсолютно в любом виде. Это может быть такой немножечко как будто загрязненный мех, может быть стриженный мех, мех очень яркой расцветки или наоборот слишком такой пушистый. В общем, любой искусственный мех, иногда даже неприглядного вида, сейчас в моде. На самом деле это очень хорошо, потому что мода становится доступной для всех, плюс, может быть, маленьких животных будет также становиться больше. Ну и вы действительно увидите, что все модницы этой зимой будут носить искусственный мех. Теперь я перейду, конечно, к пуховикам. В последнее время они находятся на пике популярности, причем абсолютно разные модели. Сейчас в моде удлиненные варианты пуховиков, которые могут также иметь пояс, выделяющий талию. То есть это такая достаточно женственная модель, которую могут носить женщины в любом возрасте. Ну и вместе с такими пуховиками сейчас, конечно, в моде огромные объемные модели. Вообще, этой зимой будет много ярких курток, например, насыщенный синий или яркий красный, также металлик продолжает быть популярен. Вообще, хочется отметить, что на пальто, на шубах, на кожаных куртках особенно будет модно также иметь такую металлическую фурнитуру, металлические клепки, пуговицы, какие-то застежки и так далее. Меховые вставки в новом сезоне присутствуют везде, начиная с теплых кардиганов, заканчивая теми же пуховиками. Это могут быть утепленные кожаные куртки с меховыми воротниками, пальто с меховыми карманами, парки, которые, на удивление, на мое личное удивление, до сих пор популярны и действительно в моде в этом осенне-зимнем сезоне. Мне казалось, что в том году они немножко так всем уже поднадоели, но тем не менее в этом году они будут продолжать нас греть. Напоследок хочу заметить, что в последнее время куртки становятся все более популярны. Это могут быть обыкновенные куртки с большим капюшоном, это могут быть стеганые куртки, которые сейчас очень актуальны. Также, кстати, стеганными могут быть и кожаные куртки, которые вообще, по-моему, никогда не выходят из моды. Куртки могут быть абсолютно любого цвета. К классическим кожаным черным и коричневым курткам добавились кожаные куртки голубых и серых оттенков. Поэтому, как вы видите, выбрать в этом году есть действительно из чего, причем человеку с любым вкусом, с любыми потребностями. И в описании к видео я обязательно оставлю ссылки на некоторые понравившиеся мне модели верхней модной одежды, о которой я рассказала в этом видео. Не забывайте также подписываться на мои рассылки с модными советами по шопингу. Сделать это можно, перейдя по ссылке в описании к видео также. Ну и не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Я всех вас благодарю за очередной просмотр. Спасибо, что вы со мной. И увидимся в следующем видео. Всем пока!